росгвардейцы украшают фотографиями своих прадедов служебные машины. Героев, которые во времена Великой Отечественной войны освобождали мир от фашистов, увидит весь город. Прадед Амирбеков Албуру Амирбекович был призван в 1941 году и распределен в 151-ю стрелковую дивизию. Он отважно сражался на фронте и в 1942 году погиб на территории Кабардино-Балкарии, где и был похоронен. Его героизм повлиял на выбор моей профессии. О подвиге своего деда пассажирам с гордостью рассказывает водитель автобуса. Здесь же, в салоне, каждый может увидеть портрет бойца. Со мной едет портрет моего деда, который прошел всю войну. Он награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалью за взятие Будапешта, за отвагу. Создаем людям праздничное настроение. Люди благодарят, вспоминают погибших солдат. Я считаю, 9 мая – это самый большой праздник. Присоединиться к всероссийской акции можете и вы. Для этого нужно распечатать фотографию своего героя. Празднично оформить портрет можно в онлайн-конструкторе на сайте Бессмертного полка России. Загружаете фото, пишете имя и фамилию ветерана. Выбираете рамку и нажимаете на печать. А дальше дело за малым. Разместите изображение на авто. И вот вы уже участник Бессмертного полка для автомобилистов. Мари Бохова, Павел Михайловский, информационное агентство «Импульс Севера».